В летнюю знойную погоду люди все чаще проводят свободное время возле водохранилищ. Их не останавливает неприспособленность большинства пляжей для массового отдыха населения, отсутствие спасательных постов. Граждане зачастую игнорируют правила безопасного поведения на воде, а это приводит к тяжелым травмам и трагическим последствиям. Основными причинами гибели на воде сотрудники МЧС называют купание в нетрезвом состоянии и в необорудованных местах и призывают жителей соблюдать несложные правила. Никогда не входите в воду в состоянии алкогольного опьянения. Даже небольшая доза спиртного вызывает нарушение координации движения. Не ныряйте в незнакомых местах, не устраивайте в воде опасные игры, не прыгайте с обрывов и случайных вышек. Не купайтесь долго в холодной воде, не доводите себя до озноба, чтобы избежать судорог, остановки дыхания и потери сознания. Не пытайтесь переплывать на другой берег, так как можете не рассчитать свои силы. Осторожно плавайте на надувных матрацах, ведь даже слабый ветер может унести их далеко от берега. Ни в коем случае не оставляйте без присмотра малолетних детей. Они могут утонуть мгновенно, даже на мелководье, будьте с ними рядом. В случае возникновения любой чрезвычайной ситуации звоните по номеру 101. И всегда помните, что вода ошибок не прощает.